вас с этим прекрасным, замечательным праздником. Днем, который принадлежит вам, дорогие жители этого города. Это ваша малая родина, и она прекрасна, потому что сегодня я первый раз я приехала к вам сразу из Питера, где мы открывали фестиваль. И скажу вам честно, я просто в восторге. Боже мой, как у вас всех много! Привет! Ну, вы, наверное, знаете, и сегодня неоднократно говорили о том, что 2016 год, он объявлен годом кино, поэтому, ну, я неспроста приехала тоже сюда, потому что кино я люблю, кино имею прямое отношение, и сегодня я вам подарю несколько песен из разных кинофильмов. Они, безусловно, разные. Я понимаю, что вы уже там разогреты, и вы уже готовы к дискотеке. Но все-таки я начну немножко с лирической песни. Вы эту песню очень хорошо все знаете, потому что ежегодно мы смотрим фильм, который называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но сегодня я эту песню хочу исполнить в полной версии, так как она на самом деле звучит. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукава. Счастье нам, дай счастье нам и мне, той женщине, которая моя. Пусть будет мой остаток путь не дальний, не столько долгий, сколько без печали. Чьи-то нежные глаза, а по факту мне
задам. Я себя делала сама, и я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки солнцу и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставить ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. Нет, не надо сон, не надо паники, это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю ботики, это мой последний день на Титанике. Нет, не надо сон, не надо паники, это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаю пальчики, это мой последний день на Титанике. Таким головой вы точно не пропадете. Я прям вижу! А? Я прям вижу по глазам! Молодой, энергичный. Я думаю, что михайловцы, они, во-первых, вас верят, а во-вторых, я думаю, что ваш город будет дальше расти, процветать, чего я вам искренне желаю. И с таким народом, ну, грех, вы понимаете? Грех просто не процветать. Я вас люблю! Хотелось бы выразить вам огромные слова благодарности за то, что нашли время, приехали к нам в гости и поздравили наш город с днем рождения. Для нас это очень важно. И ваше выступление действительно стало подарком для нас. Да? Всем понравилось! Спасибо! Спасибо вам большое! Благодарю! От нас сувениры! Вот-вот-вот-вот-вот, о чем я и говорила. Вы смотрите, какие потрясающие вещи делают у вас в вашем городе своими руками. Это очень здорово, спасибо. У вас талантливый народ, веселый, позитивный. Зовите, еще приеду.